пока мы едем, сниму вам свой отзыв на вот этот свой телефон. Это Samsung Note 10 Plus. И цвет это Аура называется. Видите, он такой переливается, как бензин в луже. Так его еще не обсирал. А мне нравился этот цвет. Не, ну а что, согласись, похоже. Ну а что такого? Я же не с какашкой сравнила. А в общем, какая суть, да? Расскажу просто. Я им пользуюсь уже сколько? Месяца им пользуюсь? Нет, уже два. Вот. Ну, в общем, опыт использования уже есть его. Он такой залапанький. Все подтверждает то, что я им пользуюсь. Значит, что мне в нем не нравится? Потому что минусов все же у него больше, чем... Ой, минусов больше. Плюсов больше, чем минусов. Поэтому скажу из минусов, что мне не нравится. Мне не нравится вот этот отпечаток пальца, который на экране. Потому что лично мой отпечаток он распознает через раз. И... Если у меня, допустим, у меня кожа сухая, и если я прикладываю, то он... Ой, сейчас смотрите, как быстро сработал. Пытается реабилитироваться. Но на самом деле, как бы через раз срабатывает лично у меня. Эй, фокус. Что мне еще не нравится? Да вроде все остальное нравится. Что мне не нравится? Ты не помнишь, что я тебе говорила, что мне в нем не нравится? Кроме отпечатка. А, мне не очень понятно, но, может быть... Есть какая-то другая функция. В общем, скриншот делать, видите? Кнопка громкости и блокировки, они рядом, поэтому приходится двумя руками как бы орудовать, чтобы сделать скриншот. Но я думаю, что есть какая-то другая. Точнее, я знаю, что есть другая функция. Как-то там я периодически что-то нажимала на экране два раза, и он мне делал так скриншот. Но я так и не поняла, как это. В общем, этот телефон для тех, кто, в общем... не очень хорошо разбирается в функциях и не хочет читать мануал. Ой, что мне очень у него нравится, это камера. Она классная, у нее очень много настроек разных под себя, от себя, как хотите. Вот, в общем, на самом деле такая мощная камера. У меня есть видео, которое я снимала на фронтальную камеру на канале, так что можете тоже глянуть. В общем, даже фронтальная камера очень хорошо снимает. Что говорить уже про вот эту, она классная. Она 3D делает снимки, в общем, она всякие разные делает снимки. Что еще? Само меню и сам телефон. Кстати, лицо он тоже нормально определяет, лучше, чем отпечаток в моем случае. И, кстати, вот так он тоже распознает лицо. То есть, когда у меня, я смотрю видео, и у меня телефон стоит вот так, то, нажимая на кнопку, он меня распознает. Вот, видите, сейчас распознал. Так очень удобно, потому что Note 9 приходилось крутить, чтобы он распознал ровно, да, вот так. Дальше. Ну, меню, понятно, тут каждый под себя все настраивает. Что мне нравится, то что телефон реально умный, то есть он реально делает все за вас. Периодически даже, не знаю, какие-то функции, когда что-то надо сделать быстро, он сам почему-то как будто читает мысли и предлагает это там быстро сделать. И ты такой, да, конечно, давай делай, потому что я так ждала этого, мне лень печатать заново или еще что-то. В общем, лишние движения не приходится делать. Ну, например, там, давайте вот откроем сообщение. И вот смотрите, допустим, я ничего сейчас не копировала, ничего, да. И мне нужно... Мне рукой вообще неудобно. Вот, допустим, видите, я могу нажать буфер обмена и выбрать то, что я последние разы копировала, и вставить. То есть мне не надо заходить заново там в какие-нибудь заметки, что-нибудь там копировать. Блин, это реально очень удобно. Ну и вот много всяких таких примочек, которые... удобно пользователю. Что касается руки, положения в руке, хоть он и большой, но для моей маленькой руки он очень удобен и, в принципе, никуда не соскальзывает, не падает. Удобно пользоваться, экран большой. У экрана, видите... Так, опять зайдем в сообщение, чтобы вы поняли. Вот, смотрите, видите, на экране есть черная точка, это камера. Познакомьтесь. Когда на черном экране, естественно, ее не видно, а когда есть белый экран, либо вы смотрите видео, то вот как бы ее так видно. Но она не напрягает на самом деле, зато сам масштаб экрана больше. Что еще такого интересного даже по сравнению с тем же Note 9? Хотя Note 9 мне тоже очень нравился, не могу ничего плохого про него сказать.
Понятное дело. Отпечаток... Я сразу его продала. Отпечаток пальца, между прочим, на Note 9 работал лучше, но он был сзади, вот тут вот. А, ну, мне, кстати, нравится еще расположение камеры, что он сбоку, не здесь, как вот этими кубиками. Ну, в общем, классно. По дизайну классный, по функционалу классный, быстрый. Зарядку он держит, ну, день у меня держит. Если я прям целый день его не выпускаю из рук и что-то на нем делаю, а делаю я на нем все, потому что для меня это и компьютер, и книга, и интернет, и все-все-все сразу. В общем, то бывает, что он, конечно, к вечеру садится, я его подзаряжаю. Заряжается он очень быстро своей зарядкой. Вот, буквально там за 10 минут он зарядит вам 30% примерно. Ну, то есть это уже что-то, когда, допустим, перед выходом вы обнаруживаете, что, о, нифига, у меня уже зарядка садится, то можно быстренько подключить, и хотя бы 30% у вас уже будет. И они не будут быстро садиться, как на айфоне. Потому что на айфоне у меня, допустим, было написано 15%, но через 5 минут он мог тупо взять и выключиться без моего ведома. И вообще без спросу такой был самостоятельный телефон, поэтому я от него избавилась. В общем, такой вот был мой обзор, мнение, скажем так, на этот телефон. Я считаю, что он, ну как, стоит, конечно, он своих денег. Жалко, конечно, жаба душит за него такие деньги отдавать, но он, правда, стоит по сравнению с остальными телефонами, которые есть сейчас на рынке. Он выполняет все свои функции, он оправдывает все мои ожидания, и, в общем, советую я его, да, советую. Не ошибетесь, если возьмете, он классный.